Среди севастопольских зон отдыха и пляжей Золотой пляж выделяется своей удаленностью от города. Активное его посещение начинается только с летним выходом на линию городского катера большой вместимости. Конечно, и в пешем порядке можно прогуляться из Балаклавы до Золотого, но прогулка в одну сторону может и на час затянуться. А катер «Персей» отходит от набережной Назукина каждые 2 часа, начиная с 8 часов утра. Минут 20 он идет до Серебряного пляжа, еще 20 до Золотого. Много времени занимает высадка пассажира на ближнем пляже. Причала нет, приходится использовать носовой трап. Причал на Золотом пляже – плод немалых трудов администраторов пляжа. Поздней осенью, к концу навигации, настил причала разбирают, чтобы уберечь его от разрушительного действия штормов. В мае, к началу сезона, причал восстанавливают. Для городского катера условия швартовки достаточно комфортные. Как правило, первым рейсом на Золотой пляж приезжают члены общественной организации «Дети войны». Это одна из категорий граждан, для которой установлен бесплатный проезд на катере. Людей пока на Золотом пляже немного, и царят здесь покой и простор. Ветеранам условия отдыха на пляже очень нравятся. Очень мне пляж нравится, Золотой. Мало народу, тишина, спокойствие, вода отличная. Ну, водичка как вот слеза. Вода хорошая, тепло, хорошо все. Ну, я говорю, раздевалок очень мало. Пляж замечательный, Золотой, наш любимый. Все балаклавцы и все гости очень любят этот пляж. Особенностью Золотого пляжа были всегда узкая пляжная полоса и наличие крутых горных склонов. В преддверии сезона работники пляжа осмотрели глинистые склоны, очистили их от свободно лежащих камней, выставили предупреждающие об опасности таблички. Зона пляжа не очень большая, но любители уединения находят для себя свободные уголки и на восток от Золотого, и на запад от пляжной полосы. Как и на всех зонах отдыха Севастополя, в преддверии сезона водолазы обследовали дно Золотого пляжа, удалили опасные предметы. На пляже дежурит матрос-спасатель, есть плавсредство. Выделен буйками фарватер подхода судов. Мусора пока на пляже нет по причине малой посещаемости, но система сбора и вывоза бытовых отходов отработано в течение ряда лет. В буфете скромный, но вполне достаточный для пляжа ассортимент прохладительных напитков и упакованных продуктов питания. К причалу постоянно подходят и ялики из Балаклавы, так что сообщение с большой землей есть с раннего утра до позднего вечера.